Ежедневные стримы в 16:30, кроме понедельника и вторника, блог и место координации действий, платная подписка для раннего доступа к прохождениям на канале. Так, одиночная игра. Военный ученый, виртуоз в любых заклинаниях. Нифига здесь персонажей. Сафрон, Рева, Стрелок, Силайся, Хейзел, Терра, Шиза. Шиза нам нужна очень. Костюмы еще есть. Ой, там ведьмочка. Нам нужна ведьмочка. Как начать? Жесть тут контента. Миллион контента. Начинаем. Обучение. Движение. Заклинание А, Б, оружие РТ. Когда все заклинания использования, они обновляются. Тасуй колоду в любой момент ЛТ. Блять, так сразу? Я спеллом... Спеллом оттолкнул его. Победа! Ура! Как резко все. В течение 20 секунд бросает копья по всем клеткам впереди. Отталкивает врагов в первых трех колоннах назад. Получить два поток. Теряешь один поток при применении любого заклинания. Что такое поток? Обрушить на врага дождь стрел, накладывающих мороз. Накопи 3, чтобы нанести дополнительный урон. Карта. О, карта Слэйспайр. Давай возьмем град. Ну, походу, 4 маны требует или что-то такое. Пока ничего не понятно. Так. Просмотри колоду заклинаний. Что такое СТ? Старт? Потренируй заклинания, когда освоишься, выбери свой путь в Эдем. Проверь свои заклинания и артефакты. Улучшить заклинание, каждое улучшение на один дороже. Убрать заклинание из колоды. Увеличить шанс найти нужное заклинание. Увеличить свои шансы найти определенный вид заклинаний. Фокус. Кухня. Гром бьет на расстоянии 4 клеток. Наносит удар по 4 клеткам впереди, толкая врагов назад. Кстати, у нас такая карточка была. Сделай рывок вперед и порази врагов перед собой, якорь. Без снизу количество улучшений и удалений. Угу. Насчет фокуса я понял, как он работает. Сделай рывок вперед и порази врагов перед собой, якорь. Нельзя действовать, двигаться одновременно с этим заклинанием. Сделать выстрел, накладывающий мороз. Фиолетовый град, это круто? Но у меня же энергии на него не хватает. Дабл Рейнбоу, спасибо за подписку. Спасибо большое, добро пожаловать. Это, видимо, моя просто рука, да? Давайте ледяной шквал пока качать. А, я не могу ничего качать, я могу только убрать. Убираю кинетическую волну. Ну все. Вперед. Сражение, неприятности. Дракон это мини-босс. Давайте на мини-босса. Через неприятности. На помощь! А чё она нон-стопом-то стреляет? А у меня хп не регенится, да, наверное? В течение 20 секунд бросает копия по всем клеткам впереди. Наносит удар по 4 центральным клеткам вражеского поля и растрескивает их.
Треснутые плитки ломаются, больше на них встать нельзя, когда с них сходят. Миниган. Если у тебя три троицы... Так, делай 12 выстрелов при полной троице. Заклинание применяется повторно, плюс один к троице. При полной троице заклинание применяется повторно, вот. Гексострой. Если у тебя три троицы, при использовании этого заклинания активируется эффект, дает одну троицу, суммируется до трех. Ну, давай возьму миниган. Наверное, мне это все не нужно. Новый уровень. Восстанавливает 250 ОЗ. При контакте наносит 40 единиц урона. Получи плюс 3 к силе чара. Теряешь 250 от максимума ОЗ. Супер стимпак, давай. Потеряли ХП, стали сильнее. Крутой скилл. Я же могу его сейчас убрать из колоды? Или, типа, я могу его только скинуть, град, полностью? Я его и скинуть не могу тоже. А что это за эффект рядом с ним? Плюс 0-1. Вроде время можно замедлять, если не ошибаюсь. Может, ну, пока еще ничего не говорили. А зачем камни ломать? Просто так? Замри на 0,5 секунд, чтобы восполнить 2 единицы маны. Плюс 1 троица, якорь. Пробивает цели на нескольких линиях и подбрасывает их вверх. Выстрелить камнем, если запущен поток, применить это заклинание еще раз. Получи поток. При наличии хотя бы одного потока, при применении этого заклинания активируется эффект. Давай снимем медитацию. Может пригодится потом. Так, у нас полный три форса, мы теперь, когда с минигана будем стрелять, можем два раза это делать. Или чё? При полной троице заклинание применяется повторно. Это ведь это было два раза подряд, типа? Какая-то странная стена была. Ну, пока что очень просто, пока что очень просто. Когда ты убиваешь врага, дает плюс 30 к щиту и плюс 1 к силе чар до конца боя. Восполняет от 50 до 200 УЗ. Так, и баб возьмем. Повязка, видимо, одноразовая, да? Теряешь 40% от своего щита при тасовании. Пока что он не знает. Но я предполагаю, что потом будет жестко. Лавка. Лавка нам пока не нужна. Сокровище. Че это? Шулерская колода. Когда ты тасуешь, все враги получают урон 20. Окей. Ломать. Бьет по колонне впереди, причиняет 40 единиц урона от отравления. Я плюнул. Нанести удар последнему, кто попал по вам. Не, не надо. Ну давай, ударь меня. Выстрелить камнем и растрескать соседние плитки. Если запущен поток, восстановить соседние плитки.
Ничего не буду брать, мне все не нравится. Дает плюс один к максимуму ману. Вот это нам нужно. Теперь мы можем суперобилку юзать. Нифига она жесткая. Ой. Не туда воевал. Спасение! Минус один от максимума маны, плюс 0.3 к восстановлению маны. Бля. Ну ладно, может быть это очень круто, давай. Потом найдем снова ману. Трахать камнями, трахать деньги. Так, сейчас сделаю чуть погромче игру. Музыка мне приятна. Применяет мороз ко всем врагам. Накопи 3, чтобы нанести дополнительный урон 150. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. Сделать выстрел, теряешь 2 бакса. Если враг убит, получишь 4 бакса. Бакс. Возьму мороз. Сейчас накопить 3. Не понимаю, что значит накопить 3, чтобы нанести дополнительный урон 150. А, это, наверное, дебаф накладывается на противника, да? Значит, если 3 треугольника, то работает обилка. Чё, какие треугольники, это другое. Оперник дезориентирует. На враге дебаф, да. Треугольники — это другая билка была. Маг или меч? Давай проверим. Не понимаю, как он стреляет. Вообще не понимаю, как быстро передвигаться по полю. Окей. С этим понятно все. Да блин. Ой, его, наверное, можно было не убивать. Его можно было не убивать, чтобы пройти на пацифиста. Тут есть пацифист и геноцид, я знаю. Что это, они... Это не я. Разместить мину на случайной вражеской клетке. Много урона наносит. Сталкивать врагов? Нет, не надо. Ракета рикошетит от одного врага к другому. Ну давай, ракету. В начале боя дает одну хрупкость всем противникам. На первое попадание цель при попадании по ней получает x1.5 урон. Получи плюс 2 к щиту при попадании по тебе. Получай один улучшатель. Давайте улучшатель возьмем. А, эта штука просто мороз накладывает, если качнуть. А, тут так прокачивается, прикольно. 25% шанс при ударе зажечь пламя. Да уж. Брать из колоды до конца боя. Применять мороз ко всем врагам.
Поглощение, лечение и увеличение лимита УЗ на 5. То есть, когда буду юзать, я буду качать хп себе. Вроде прикольно звучит. Второй норм, я думаю. Много думаешь? Так, а что мне хотят... А, я могу посмотреть свои артефакты. А Элис не было на стриме, да? Привет, Элис. Или была, да, вроде была, или не было. Выбор локации. Мы пойдем в лавовую локацию, чтобы морозом всех морозить. Впереди огонь. Легко, очень легко. Делать выстрел дублирует это заклинание. Забавно. Слотет для использования дает плюс 3 к максимуму маны. А, то есть пока держишь, просто у тебя маны больше, да? Если выстрел убивает цель, восполняет 100 ОЗ. О, давай. У нас как раз хп мало. Угроза. Давайте на драку надо захилиться. Капец, у него мувсет. Найс, плюс хп. Криокинез. Заряжает выстрел, накладывающий мороз дважды. Круто. Выстрелить камнем, если запущен поток, также выстрелить ледяным шквалом. Мы поток только отсюда, да, будем получать? Ну не, мы будем его терять на других навыках просто. Я бы мог уже залочить, наверное, морозные спеллы просто. Фокус. Лед, пламя и гром. А, ну вот так, да, сделаем. А как? О, найс. Удивительно. Удивительно то, что мы смогли как-то убить его. Призыв строения со 150 УЗ. Метни крестовую турель и 4 клетки от себя. Блин, прикольно, прикольно тут спелы. Хрупкость сбивается, наверное, обычной атакой, да? Не буду пока брать, не буду. Нельзя все подряд набирать. О. Твой плюс 3 к щиту при использовании любого заклинания. Пока на тебе хрупкость, получи 0.3 к восполнению маны. Ману берем. Можем юзать спелл теперь, наконец-то. По-моему, Чубзик умер. Но главное, я захилился. Безупречная победа. Найден артефакт. При нанесении урона от отравления. При нанесении урона от отравления есть 50% шанс наложить заряд мороза. Но теперь яд нужен. Гром бьет на расстоянии 4 клеток. Пофиг. При попадании потраченная мана возвращается. При полной троице заклинание применяется повторно. А чем сложно попасть? Вроде не особо. Так, скипаем, но... Но меняем сейчас это заклинание. Исцеление, боль, отравление, хрупкость. Отравление нам теперь нужно. Лагерь. Лагерь, наверное, это отхил. Идем за сокровищем. А, сундук троллит. Да, это реально деньги. А, он исчез, блядь! Сука!
А я смотрю, что-то... Круглосящий какой-то там что-то делает. Верните сундук. Отложенный взрыв 3 на 3 на текущей клетке. Можешь нанести урон тебе, не надо. Выстрелить камнем, не надо. Блять, сундук. Это мимик какой-то был. Помогите! Помог, но, блин, я не захилился. А нахилиться, кстати, тоже на сотку всего лишь. На сотку я могу захилиться, блин, со своей спылухи. И не торопиться никуда. Выстрелить, нанеся урон, равный твоему щиту. Щита. Огонь не нужен. Бьет всех врагов морозом, оставляя пламя на плитках при попадании. Да пох, беру, наверное, круто. Стихийный билд. Босса пожалеешь, что подхилится. Это хилит? Это просто еще одна мишень. Очень знакомый звук. Как будто я его в какой-то другой игре... Блять! А как это дожить? А, я понял. Окей, ничего сложного. Мне тут хп, наверное, не хватит. Блин, конечно, бомбовый комбит очень подло с этим. Ебать, минус все хп. Все, он меня трахнул. Я не могу больше двигаться. Он говорит, стой смирно. Конечно, я стою смирно, я сдохла. What? Что происходит? Что происходит? Что происходит нахрен? Ну, погоди. А, мне захилиться не ищем с него. Добить. Ой. У тебя стартовый арт на возрождение. А, да? Круто. Тебе сказали не добивать. И чё, какая разница? А я решил добить. Но если урон через 4 секунды, затем становится вдвое меньше. Отравленные цели взрываются, накладывая отравление 60 на себя и ближайшие цели. Так у меня нет отравления самого. Не, говно, не надо. Мне нужен просто яд. Увеличивает урон от оружия на 0.2 за каждое заклинание в твоей колоде. Забавно. При использовании слэма ты получаешь 2 к щиту. Что такое слэм? У меня нет слэма. Получи один сброс. О, да. Скидываем какашки. Скидываем гром. Херня, я считаю. Ледяные локации. Идем в лес. Какой-то странный моб, я не понял, что он делает. Наносит всем урон, равный удвоенному уровню их отравления, и снимает отравление. Так у меня нет яда! Нах, тоску поставь. Да я надеюсь, что выпадет яд, у меня же артефакт. Убери таргет на тоску. Блять, вы что, придурки, что ли? У меня же артефакт. Вот, смотрите. При нанесении урона от отравления есть 50% шанс наложить заряд мороза. Тоска. Отравление, понимаете? Мне сперва нужно отравление найти, чтобы я брал какие-то прикольные штуки. Я не хочу брать артефакты, которые направлены на яд. Я хочу артефакты, которые просто накладывают яд. И которые будут неплохо смотреться со льдом. Как будто первый раз в рогалики играете. Так, угроза. Я вам угрожаю, чат. Угроза. Угрожаю.
Что это за слизень говна? Он хилится постоянно, он перехиливает меня. А потом просто берет и лопается. Ничего не понятно. Отравленные цели взрываются, накладывая отравление 60 на себя и ближайшие цели, при попадании накладывают хрупкость. Может взять, может найдем потом. Блять, я не заметил, что я взял за ебаного испанка, который мне что-то написал. Блять, испанк, блять. Так поставь две таски, ебаный рот. Блять, да пошел ты нахуй, испанк, блять. А что мне, мороз по-твоему не нужен, что ли, блять? Блять, испанк. Сучаркин. Изи, изи победа. Явно не благодаря испанку. Так, прыгущий клинок. Метни клинок, прикоснись для повторного броска. Кухня. Сериал. Носит урон через... Наклад отравления 40 на всех. Вот, живем. Все. Билд готов. Едем, едем, едем. За растение. Очень непонятно, очень непонятно. Выстрел, дающий отравление 60. Бросает рикуна и телепортирует от тебя. И телепортирует тебя на противоположную клетку. Зигзообразный выстрел. Гламур. Колода. Как-то скажу честно, Анубис поинтереснее, чем дротик. Но мы возьмем дротик тоже. Вот это надо тоже скинуть. Костер. О, как много костер хилит. Зайчик. В нем был клевер. Магазин. Первый магазин, да? Ее, наверное, можно убить. Ее, наверное, можно убить, но мы не будем пытаться. Я думаю, это плохо закончится. Сопротивление начинается с одной заморозкой. О! Контракты. Продать кошелек. При тасовании теряешь 5 баксов. Получить плюс 5 к удаче. Добыча ценнее, но и сложность выше. Использование заклинания наносит тебе 5 единиц урона. Получить один сброс. Ну нет. Сдать кровь можно. О, брать заклинание, улучшить заклинание. Все, круто, девочка. Чего ты пристала ко мне? Так, шаг взмахом убрать. Минус один от расхода маны. Дешевле будет, да? Почти 20 урона при броске. Просто урон выше? О, восстанавливает ману. Так это получше, чем вот это. Половину восстанавливает. Или взять 20 урона при броске. Ну, давайте возьмем реген маны. Наверное, полезно. Если что, награду за контракт дают сразу, а не после выполнения. А, так это не постоянно, да? 10 баксов, чтобы получить 5 удачи, наверное, норм. Да и это тоже тогда возьмем, нормально. Нельзя продать. Ну, миниган скинем, наверное. Миниган. Набрал говна. Так они же скинутся, нет? Бое, 0 из 1. Бое, 0 из 2.
И все нормально будет, нет? Я думаю, они... Я думал точно, они после этого не будут работать. Или они будут работать до конца жизни. Они скинутся, ну все нормально. Поглощение, лечение, увеличение лимитов Z на 5. Блин, прикольно тоже. Поток дает. Поток нам не нужен. Ну, либо мы берем вот это, либо мы берем вот это. Наверное, вот это берем. Гораздо не босс, следующий, чтобы брать урон за юз карты. Да вроде не босс. Сейчас, подожди, я еще даже в игре не разбираюсь. Спокойно. Это мой первый забег. О, можно качать один и тот же спелл несколько раз. Шанс ударить дважды. Попадание на клад хрупкость. Можно взять. Давайте возьмем хрупкость. А, блин, за поглощение, да? Пронзающий звучит неплохо. Возьмем. Так, и убрать миниган, наверное. Или копье. Да, миниган лучше уберу. Блин, реально босс следующий. Мне конец тогда. Окей, захилились. Неудачно мы, конечно, этот взяли. Блять, я запутался с индикатором КП. Это меня кто-то затроил в чате, им говорит, что все нормально будет. Блин, если бы мне не сказали то, что эти штуки скидываются, я бы и не брал сейчас перед боссом. Фак, меня затроллил чат просто. Чат меня руинит, чат руинит. Я чувствую себя как папич. О. О, он меня захилило, прям жестко захилило. Спасибо. Давай, власть. Бля, себе клетку поджег. Он взорвался, блин. Победа, а что мне дал в награду? А что это такое? А, да, это я покупал в магазине. Выстрел восполняет цели 40 УЗ и накладывает 2 эффекта мороза. Не надо. Верьте мне, я врач. Очень не надо, не хочу. О, крутой трек. Анестезия на морозе, заебись карт. Какие вы умные нахрен. Пососить, понятно? О, он мне помогает? Блять. Да что это такое нахуй? А, наверное, роботика надо было убить первым, да?
Это какой-то 100% трэш. Блять, она взорвалась. Как захилиться змеёй этой? Это невозможно. Очень жесткая драка была какая-то. Дробовик. Бьет по колонии впереди, причиняя 40 единиц урона от отравления. Это мили-атака. Перед собой бьет. Давай возьмем, давай. Получи 100 баксов. Лучше ману возьму тогда максимальную, чем 100 баксов. Хотя 100 баксов вроде много. Медитация как-то не очень хорошо смотрится. О, захилился. Я сам себя отравил каким-то образом. Блин, причем так неплохо, походу, отравил. Нормальная штука вроде. А, на себя и на ближайшие цели. Я понял теперь, как я себя отравил. Я бы хотел на костер, но я, наверное, не переживу эту драку. Ой, там чел! Я чела убил. Unlucky. Unlucky для чела. Получи плюс 3 к накоплению потока, когда ты используешь троицу. Получи плюс 3 к удаче. Видите хилку? Вижу. Держу и помогаю дочь ГГ из иконокласса. Чего? А у меня вообще есть какой-то лимит по КП? Или я могу стакать себе... А, есть, да, 995. Какой же крутой у вас. Найс, плюс 100. Блин, змеюка классная вообще. Активирует круг выстрелов на расстоянии в 4 клетки. Фига, прикольно. Нанести удар по случайному ряду, через 6 секунд удар ломает плитки, можно нанести урон тебе. Выстрелить заклинанием, которое рикошетит от тебя к врагу и обратно. Понятно. Жесть, карточек много. Корвородец. Тише, привет. В шпиле вышел огромный мод Пак Мастер. Слышал? Не слышал. Есть планы на свиданку с ним? Нет, планов нет. Урон отравления накладывает хрупкость. Блин. Умеет захилиться обязательно. Так-то полезная заклетка. Не, надо хилиться. Да это пиздец. Бля, вот эта атака вообще полный трэш. Ура, нахрен, 5 хп! Уху, держись, пожалуйста. Так, щадим и хилимся, нет? Едем дальше. Спасибо. Похиль! Ура, ура. На бобах захилишься. Чего? Крайне маловероятно. Так. Найс.
Выстрелит пронзающим зарядом, накладывающим мороз при попадании. Возвращается назад. Носит тебе 40 урона, дает плюс 100 к щиту. Получи поток. Не надо. Корсет. О, этот придурок лески ломает. Ой, базовая атака вообще мало урона носит. Блять. Окей, мы захилились вроде, да? Не, даже не захилились, а чё, он умер? Слоте для использования дает плюс 4 к щиту каждую секунду. Прикольно. Мне нравится, что есть, короче, активки, да, которые можно просто держать пассивно. Обязательно случайные вражеские клетки, два осколка, которые наносят два... которые через 2,5 секунды взрываются, нанося урон. Не надо, не надо, не надо. Захилился, нет? Не захилился. Тяжело с моими дебафами хилиться. Прочный тигр, когда ты тасуешь колоду... Колоду? Лигр! Совершай дрывок сквозь врагов, накладывая хрупкость. Нажмите кнопку «Брать в бою», чтобы изменить привязку питомца. Ну, бесплатно. Выстрел восполняет цели 40 УЗ и накладывает 2 эффекта мороза. Дуплет плюс расход маны. Значит, дуплет плюс расход маны. Ну, возьму, вы говорили, крутая штука, значит, берем. О, и можно прикрываться? Наверное. Извини, чупсик. Да, вроде все нормально. Сейчас пробьем, а потом еще и захилимся. Помогите! Найс, супер хорошо. Цель получает урон одновременно с кем угодно и чем угодно. Цепь. Прикольно. Блин, прикольная штука вообще-то. Это для ауешек. Я не думаю, что нам нужны ауешки. Основная проблема босса. Пока что. Артефакт хочу. Ну, блядь! Я хотел захилиться. Хотя вдруг сундук бы исчез опять. Расследовать 6 вражеских плиток в начале боя. Треснутые плитки ломаются, больше на них встать нельзя, когда с них сходят. Не знаю, ну давай. Вдруг это плохо только будет. Мне. И попробуешь, не узнаешь. Так, поток нам не нужен. Все, не нужен. Блин, милишный яд такой себе. Стрелит лазерами дважды по всем рядам и добавляет 3 слэма в твою колоду. Ничего не происходит, поглощение якорь. А, так слэм это плохая штука. Ядовитый дождь. Выпускает ливень стрел в 3 на 3. Стрелы накладывают отравление, пока ты не двинешься с места. Прикольно. Давай. Пх,
Которая восстанавливает одну единицу маны за секунду ничего не делания. Поздновато медали спасения. Хоть это и редкие артефакты, но... Как-то не знаю. Фигня. Хуёво. Хорошо. Хуёво, очень хуёво. Блять, эти бумеранги пиздец. Блять. Ну и пошла ты в жопу, дура. Опа! Что за хуйня происходит? Почему я резус постоянно? Зачем меня воскресили, чтоб я умер снова? Блять, дышать некуда. Блять, она сдохла! Нет, почему она сдохла? Сука! Кто ее убил? Я ее не убивал, это мой... Мой ядовитый дождь. О, щит, давай. Блять, что теперь делать? Меня не захилили, мне конец. За пощаду щитовика тебя резнуло. Блин, так щитить в этой игре очень выгодно. Очень выгодно. Надо щадить всех. Вот это кака. Да уж. Живем, пока живем. Бьет по трем клеткам впереди и отбрасывает цели. Восстанавливает половину от расхода маны. Дает 10 к щитам. Блин, щиты прикольная штука. Но не надо. За убийство релики дают, да и бонусы от девочек разнятся в своей полезности. А, понял. Нам нужно на костер. Еще нам бы захилиться вот этим вот. Но это сложно. Найс. Знаете, что я могу сказать? У игры какие-то спрайты мобов невыразительные. Я порой не понимаю, это вообще объект, моб. У камней еще хп отображается. Я сижу, просто не понимаю, что есть моб.
Очень невыразительные спрайты, очень. Еще и захилились. Отлично. Отлично, прекрасно. Прекрасно, отлично, отлично, прекрасно. Поймай, чтобы получить плюс 60 к щиту поглощения. Надо обязательно. Надо щиты. Надо жить. Блин, прикольно. Сдохни. Магазин. У нас много денег. Щит быстро истончается. Так, дальше у нас босс, поэтому не хотим. Использование заклинания наносит тебе урон. Не надо, не надо, не надо. Сдать кровь нам тоже не надо. Нам захилиться наоборот. Получив 2 к щиту при попадании по тебе. О, хп. Может взять кинетический щит? Может это не так плохо? Шанс получить 200 баксов, либо потерять 200 баксов. Это же в минус не можешь пойти? Но денег все равно не хватает. Неплохой привал. Продать здоровье. Может, его качнуть можно как-то хорошо? То же самое, в принципе, хотя вот это лучше даже будет. А что на медитации можно такого прикольного получить? Во, нормально, щит. Я понял, прикольно. Надо, видимо, каждую словить, чтобы идеально было. Блять, а можно как-то автоатаку залочить, чтобы не надо было ее зажимать? Это такой идиотизм. А, все, очень легкий босс. Очень легкий босс. Но прикольный, сама идея классная очень. Меня бесит то, что нужно зажимать курок. Чат, можно в настройках поставить, чтобы всегда стрелялось? Ну, понравилось? Спасибо за хп. Нет, нельзя? Он ведь прищиты накидывает, подбушка моя. Блять, словил. Прям в конец нахрен выпрыгнула куда-то. Давай, с моего поля уёбывай. Снайпер-лучник.
Раздолбай. Нанести удар по окружающим плиткам. Клочение лечения, увеличение лимита ОЗ на... Нет, надо. Я не понял, насколько полезно растрескивание пока. А билки все более прокачанные дают. Сегодня без кебабов и шашлыка. О! Пистолет, который стреляет раз в секунду и исполняет ману, если кого-то убьет. Это питомец. А у нас все еще тигр, да? Наверное, просто ману тогда возьмем. Потоков у меня тоже нет. Что это? Что это такое? Тигр, у тебя умер уже? А что он тут отображается? Я не знал, что они одноразовые. Здорово, Хастамен. Он мертв. Что это такое? Мне идти сюда или нет? Не иди. Он не знает. Ладно, я пошел в другую сторону, короче. Идите вы в задницу, чат. А то дождешься, блин, от вас помощи. Вам лишь бы я сдох. Заточки из Slay the Spire. Засал, конечно, засал. Блять, не успел сломать. Ну, естественно, я не успел сломать, надо было обилками стрелять. Блин, как кайфово щитами играть! Почему вы мне раньше не сказали, тише, бери щиты? Пришлось самому додумывать, чат, блин, вы не доигрываете. Какая обилка имбы, да? Призывает стену. Удвоение УЗ призываемых объектов. Дает 10 к щиту. Стена бесплатная, дает щит. Just build lol. Ну давай. Бро, ты должен сам проходить игру. Ты их никогда не говоришь на скале, по-моему. Добили. Мне заперли. Пока тебе хрупкость, получи 0.3 к восполнению маны, получи один заряд хрупкости на начале боя. Не, не надо. Давай еще возьмем. Мне кто-то скажет, что в инвентаре можно качать карты. Так я же качал кучу карт. Погибшие враги имеют шанс взорваться, нанося 40 единиц урона окружающим клеткам. Не буду брать. Гром бьет на расстоянии 4 клеток, дает 10 к щиту. 25% шанс ударить дважды. Бесплатно. Щит бесплатно, круто. У меня все прокачано. Лопал сундук, лучше бы на костер сходил. Но у меня хп много. Блять. Так, надо добить ее. Нам наролить змею, которая хилит нас, просто невозможно уже. Thank you.
Я нихуя не понимаю. Не, принцип понятен, как дожить, только мозг пока не сообразит на это. Блин, уебанство то, что нужно постоянно удерживать атаку. Это прям очень сильно дезориентирует и мешает играть вообще. Плюс эта атака наносит 0 урона примерно. Но для первого рана нормально. Новый персонаж. О. Это боссы, которых мы убивали. Шизо, ковбой, охренеть.